Вот случается ситуация, ставит диагноз, пациент в принципе сразу же начинает какие-то поиски, там, а что у меня, как у меня, а чем это грозит, сразу же заходит в интернет, куда что, Google, Яндекс. Он находит доктора через знакомых, там, просто идет в больницу. Но обычно этот выбор ограничен, да, его местом проживания. Он может, конечно, обратиться в Москву, в Санкт-Петербург, но кто ему там ответит, как он там, он, в принципе, этой информацией не владеет. И получается, что вот это вот ограничение, да, информации вокруг того места, где он живет, где он может встретиться с врачом, на этом все и заканчивается. Мы же предоставляем, да, допустим, пациенту неограниченную информацию. То есть мы не ограничиваемся там даже Россией, мы не ограничиваемся там Германией, Израилем. Мы пытаемся собрать все необходимое, то, что вот по непосредственно пациенту нужно по диагнозу. А мы уже ему говорим конкретно в его случае, какой вариант лечения возможен, сколько это будет стоить, у кого он будет лечиться, как он будет лечиться, как долго он будет лечиться и что нужно сделать, чтобы это лечение прошло хорошо. Есть еще, конечно, варианты, когда пациенту помочь нельзя, в силу того, что либо медицина уже не может, да, что-то сделать, либо уже поздно что-то делать. Тогда, конечно, мы пациенту не даем каких-то ложных надежд, это неправильно с этической точки зрения. И, конечно, об этом трудно говорить, но мы, в принципе, пациенту всегда объясняем, что в вашем случае, наверное, не стоит к нам ехать. А если, допустим, вы приехали, да, по рекомендации своих друзей в какой-то центр, не факт, что вас там, допустим, правильно поймут, или вы за там короткий промежуток времени что-то решить в том ключе, в котором необходимо. Потому что даже профессионалам иногда тяжело выбрать того врача, который сделает все верно. В этом, наверное, и есть такой нюанс, почему ассистентские компании должны существовать. Почему это важно, да? Допустим, неправильное или не вовремя назначенное лечение снижает шанс на успех на 40-50%. Соответственно, и продолжительность жизни, да, и качество жизни дальнейшего человека. Поэтому, если вы правильно попадаете к специалисту и правильно начинаете лечение, правильный подход используете для начала лечения, то вы свои шансы на успех максимально повышаете. Соответственно, мы даем гарантию, да, что компания медицинского ассистанса, что, обратившись к нам, все эти правила будут соблюдены. Правильная постановка диагноза, правильная диагностика, правильно назначенное лечение, правильно проведенная операция, правильно проведенная химиотерапия. Ничто из этого случая не выпадет. То есть это уже наш контроль. 2011 год, год основания компании, то есть мы уже 6 лет работаем. За это время, да, 46 регионов страны у нас побывало, 9 стран зарубежья, да, это СНГ, Европа, даже с Японии у нас были пациенты. Более 400 пациентов госпитализаций. Не все, конечно, приезжают, но мы стараемся всем помочь, все пожелания учесть. А мы ему предоставляем, в принципе, от момента обращения до момента выписки полное сопровождение. То есть тем самым мы ему создаем комфорт, мы ему экономим время, мы обеспечиваем надежность, да, лечения, мы обеспечиваем экономию средств, и этот вариант будет на уровне, потому что это все согласовано, обсуждено, понятно, какие взаимоотношения, да.